Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам снова про Hyundai. Вот про такую углошлифовальную машинку. Вот. G800-125 круг. Вот у нее такая вот в комплектации шел диск вот такой фирменный. У него вот ручка такая вот есть. С пробочкой, вот здесь вот пробочка в рукоятке, чтобы тут что-нибудь класть, какие-нибудь ключи. Вот машинка зарекомендовала себя достаточно неплохо. Это уже повидавшая виды машинка, болгарочка. Уже прошла она испытания нормально так. Вот у нее в редукторе шестерня, косой зуб на игольчатом подшипнике. Значит, у него, у этой болгарки достаточно удачно сделан вот этот фиксатор. Он там такой мощный, железный, нормально упирается в эту шестерню. Специальные пазы, там три паза на шестерне. Вот, она не тяжелая. А, двигатель у нее залит. Двигатель залит. Вот, статор там достаточно мощный. Она вся такая плотненькая, приятненькая. Вот, вот эта вот обрезиненная рукоятка идет к сужению. Она без регулировки, машинка. Вот. Кнопка включения достаточно такая четкая, вот, и с таким углублением, и не заедает. И она, вот у нее есть вот специально предусмотренный такой люфт страховочный, ну, на пружинке, то есть ее сюда нажимаешь и включаешь. Вот, редуктор металлический. Полностью цельнолитой, ну не цельнолитой, а вот эта вот крышка редуктора, да, она цельнометаллическая, то есть шейка вот этого крышки этого редуктора, она тоже железная. Вот, и достаточно все плотно сделано. Так, вот такой ключ идет еще, вот небольшой такой, ну, приятный ключик. Сейчас я откручу. Вот. Диск сниму. Покажу, как там редуктор выглядит. Вот. То есть вот тут вот все уплотненно. Ну, я не буду сейчас вот эту защиту снимать. Вот. То есть посмотрите. Ну, на винтике, значит, обычно под крестовую отвертку. Вот здесь тоже под крестовую отвертку. Вот удобно ее одной рукой держать. Она небольшая. И на сужение идет вот здесь, вот что удобно тоже. И резиновая такая. Обдув мощнейший, кстати. Вот. И не нагревается редуктор, что интересно. То есть мощно у нее как-то так продумано тоже. Единственное, сейчас я вам ее включу, конечно же, покажу, как она работает. Ну, такая удобная. Удобная. Вот. Шайбочка у нее небольшая, вот это вот. Тоже, ну, без люфтов, ну, все нормально как бы в этой машинке. Вот я ее сейчас включу, смотрите.
Вот, единственное, что было в этой машинке удивительно, это как, значит, разобрал редуктор, ну, крышку снял, посмотреть, сколько там смазки. Смазка, ну, полная была, ну, какой-то непонятный солидол желтого цвета. Я заменил на нормальную смазку синего цвета, американская какая-то. Забыл тюбик, сейчас бы показал, конечно. У меня там в другом месте. Вот. Ну, поменял, и все, она бесшумно работает. И что еще самое интересное, у нее это провод. Конечно же, она хоть и позиционируется как профессиональная, да, но у нее вот провод как бы такой вот, ну, достаточно приятный. Вот липучка, кстати, для сворачивания провода. То, ну, удобная такая, что мелочь как бы. Вот, у него провод 3 метра, что ли, всего лишь. Если сравнивать с супер болгарками, то это, конечно же, коротенький. Ну, но это не должно напрягать, потому что как бы это профессионально, все равно можно сказать профессионально. УШМ-ка маленькая. И у каждого профессионала не как бы каждый, так сказать, профессионал не заморачивается со шнуром, потому что у каждого профессионала есть вот такой удлинитель. Спокойненько, вот мягенький. Взял так, вот, подключил. Вот. И тяни сколько хочешь этого шнура. Вот. И она вот это вот висит, она не мешает, как бы. То есть. Да и я не думаю, что там надо какие-то прям длинные расстояния. Да даже если будет длинное, это все равно ниже по земле будет волочиться. Шнура хватит. Вот. Так вот. Что еще сказать? Что вам еще рассказать? Вот. Значит, фирменный диск прилагался к этой болгарочке. Вот такой вот. Ну, подходят все, все остальные. И плюс еще есть для этой УШМ-ки вот такой кейс. Интересный. Вот. Вот так вот. Видно, нет? Вот. Power equipment. То есть это, ну, если рассматривать китайской сборки болгарки, да, то вот это вот, ну, очень неплохо себя зарекомендовала. Она уже в работе, ну, несколько лет. Вот это она, ну, достаточно интенсивно как бы применяется. Вот на ней есть там всякие, ну, царапины. Вот что интересно, вот этот вот очень порадовал, вот этот конструкция вот этого фиксатора. То есть если сравнивать, была вот фиолент, УШМ-ка фиолент, то у фиолента вот это вот выламывается тут в редукторе, там палец железный, упор вот в этот, в шестерню, которая стопорит вот этот вот вал, шпиндель. Вот, и как бы можно, и она такая плотненькая, а вот в фиоленте внутри почему-то пластмассовая, вот мы разбирали фиолентовскую, вот, так что, да, пластмассовая, и выламывается, а в этой не выламывается, и вот в такой чемодан вот укладывается, вот, раз, сейчас покажу, вот, и все, и понес. Достаточно удобно все. На этом все, друзья. Большое спасибо за ваши просмотры. Моя цель — подсказать вам
чтобы что можно в принципе ну приобретать и смело как бы. Это стоит-то всего 2 900, вот эта УШМ-ка, и абсолютно довольны. Есть у меня болгарка Bosch крутая. Та стоит 11 тысяч, но у нее по конструктиву она даже вот проигрывает вот этой УШМ-ке. Спасибо за просмотр и всем пока.